Всі привіт! Ми наконець-то шлюб. Сьогодні знімаю швільну машинку. Вот она. Вот. Ми сьогодні будемо щось вишивати. Ну, я вишила вже подушку, для Маші пов'язочку, всякі такі. І Пашину подушку, вона там. А де ти взяла таку свідну машинку? А це мені на Новий год подарили. Коли був Новий год, була ёлка, і ми подумали, що... Вот там була кукла, була там Міксі. А як вона сьогодні? Нітками або як? Скажи, покажи нам. Ну, що? Берем матеріал, так? Да, берем, вот сюди засовуємо, вот так і так. А там є такі ниточки невидимі, і вони закривають, із-за цього їх не можна оторвати. Вот. Она шьет невидимыми ниточками? Да. Вот это да. Их нельзя увидеть. Вот думаешь, идет. А, это просто обычный платочек. Отрываешь, это. А давай что-нибудь еще сошьем. Покажи нам. Давайте сошьем подушку. Подушечку, да? Вот у меня есть вата. Вон цветочек я уже пошила. Майк. Ух ты, цветочек пошила? Да. Покрываем. Будет такая у нас подушка. Но сначала-то мы взяли вату, а сперва мы должны аккуратненько покрыть. Где-то в Черноцах я видела такую швейную машинку. Я подумала, что это какая-то другая. Вот Дед Мороз подарил. Я мечтала домик и швейную машинку. Но я еще хотела лего и зайчики. Мне так получилось. Вот, мы сделали ровненько. Теперь засовываем. Вот. Ой, бывает, что у меня не получается. Вот. Мы вышиваем. А ну покажи, как там, чем она сшила там? А вот так нитки тут. Мелкие. Надо очень долго именно шить, чтобы нитки не оторвались. А ты ложишься, а нитки так, вот так ложишься на головку, нитки так пим. Когда вот так вот вата выскакивает, а так падаешь, очень больно. Сначала у меня не получается. А покажи, какие-то штанишки там есть, шорты там пошиты? Коробочки. Вот это я все пошила. Ох, какие шортики красивые. Я вырезала, потом вышила. Для куколок. Одна кукла там. Вот это. Будем вышивать. Надо сделать дырочку, чтобы там вату. Не такую же большую, а надо поменьше. Берем и другую половинку шить. Бывает, у меня никогда это не получается. Оно шьет именно вот такими ниточками, малюсенькие. Есть. А шьет вот такими иголочками, тут есть такие вот. Такие. Они так кручивают, а тут нитки. Он так выдавливает, и там нитки выдавливает. Ну, Стусенька, пока-пока, потом еще отдельно расскажем, да? Ну, всем пока-пока, записывайтесь на канал Саша Леопик. Смотрите видео. Не дождусь. Не.
Пока.